Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Про Цветок. И, как и обещал, поговорим с вами в этот поздний осенний период о технологии no-till. No-till по-английски означает не копать, буквально не копать. Поговорим о каких-то нюансах именно этой технологии. Дело в том, что мы уже не раз касались темы копать или не копать почву. Есть радикальные противники перекопки почвы, вот этого механического перекручивания слоев почвы. Некоторые доходят до маразма в своем обосновании, почему этого делать нельзя. Якобы на штык лопаты копаешь, там анаэробные бактерии попадают вверх, аэробные вниз, все это нарушает микробиом почвы. И это все полнейшая чушь людей, которые ни грамма, ни агрономы, ни микробиологи, ни биологи, ни экологи, а надо на самом деле быть всеми этими специалистами для того, чтобы компетентно рассуждать на эту тему. Однако же технология no-till получает действительно большое распространение и действительно имеет значение, большое значение при некоторых обстоятельствах. В чем суть этой технологии, что требуется для реализации этой технологии, чем она полезна? Ну, прежде всего, это отсутствие трудозатрат, связанных с перекопкой. Да? Это, конечно, механизированная перекопка, не надо тратить технику, не надо тратить горюче-смазочные материалы. Это, с одной стороны, некоторое удешевление. Не надо тратить свою спину, да, потому что много пожилых людей, которых идея не перекапывать очень-очень сильно впечатляет и вдохновляет. Это все хорошо. Но что же делать? Все равно обработка почвы какая-то должна быть, потому что надо защищать в первую очередь от сорных растений. На помощь в этом деле нам, конечно же, приходит мульчирование. Мощное мульчирование с помощью различных материалов в значительной степени сохраняет культурные растения от вот этого самого зарастания сорной растительностью. Это подходит для растений, которые выращиваются рассадой, которые выращиваются широкорядным способом, или для многолетних растений каких-то, ну, тех же сплошных посадок роз, там, может быть, смородины, еще чего-то, земляники. Вот мульчирование, 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 регулярное мульчирование приводит к тому, что сорняки не растут. Мульчирование является абсолютно необходимым компонентом технологии no-till, и оно также способствует предохранению почвы от пересыхания, оно способствует накоплению органического вещества в верхнем, в том числе корнеобитаемом слое почвы, потому что мульча не понемножечку разлагается. Она способствует развитию дождевых червей, это очень хорошо, потому что они разрыхляют землю и восполняют вот эту вот проблему отсутствия аэрации хорошей земли и почвы, которую мы добиваемся с помощью того же механического культивирования или перекапывания. И она сохраняет вот такой приятный, хороший, естественный микробиом почвы, благоприятный для развития корневой системы и, как следствие, для хорошего урожая. Но здесь есть один такой серьезный нюанс. Мульча сама по себе является растительными остатками. И кроме того, что там развивается полезная микрофлора, в мульче развивается также и вредная микрофлора. Она, мульча, может быть источником кладоспориоза, она может быть источником фузариоза, она может быть источником вертицеллеза, она может быть источником серой гнили, она может быть источником белой гнили и многих-многих других заболеваний, которые могут, вот эти возбудители этих болезней, они могут жить и на живых частях растений, вот особенно как кладоспориоз, и прекрасно себя чувствуют на мертвых частях растений. Поэтому, когда вы используете мульчу, вам непременно надо использовать какие-то препараты для защиты вот этой мульчи от развития там вредной патогенной микрофлоры. Вы можете выбирать между триходермой или сеной палочкой. Это два организма, препаратов много на их основе, но это два основных организма, которые должны вноситься в мульчу с тем, чтобы предотвращать развитие там вредной микрофлоры. Второе, что необходимо помнить, что многие считают, что no-till — это технология природного земледелия, которая исключает, максимально исключает необходимость использования пестицидов. В частности, там, ну, инсектицидов каких-то. Нет, напротив. Мировая практика применение технологии no-till, не копать, говорит нам о том, что развитие вредных
насекомых, а также там клещей, но они не насекомые, да, паукообразные. При применении технологии ноутил не копать, с мульчой или без мульчи, оно развиваются вот эти вредные насекомые, вредители всевозможные, в том числе моллюски, да, это и улитки, и слизни, просто взрывообразно они развиваются, через некоторое время после применения вот этой технологии, через несколько лет, вред от вот этих развившихся вредителей значительно превосходит те экономии, те пользы, которые могут быть от применения технологии ноутил. То есть применение инсектицидов при ноутил технологии оказывается гораздо выше в мировой практике сельскохозяйственной, нежели чем при традиционном перекапывании земли. Это когда мы копаем землю, мы, соответственно, переворачиваем ком, нарушаем зимовку всевозможных личинок, куколок, взрослых насекомых там или других вредителей. Мы постоянно, как сказать, делаем им нервы, да? А когда мы берем мульчу, то в этом случае мы создаем для них идеальные условия, плюс высаживаем им пищевые растения, на которых они прекрасно развиваются, и все это превращается в целое мучение. Поэтому здесь в обязательном порядке также необходимо применять меры контроля вредителей, различные меры контроля, мы о них говорили, они есть и биологические, они есть и химические синтезированные препараты. Выбирайте то, что вам подходит, это и посыпка суперфосфатом, это и применение Bacillus thuringiensis препаратов битоксибацилин липидоцид. Обязательно вообще липидоцидом обрабатывать растения, когда мульча, потому что всевозможные совки, там, они просто вас замучают, сожрут. И тогда, ну, не буду сейчас говорить, потому что это отдельные ролики, не один. Следующая проблема технологии ноутил – это почва, почве рознь, и это всевозможные климатические условия, агроклиматическим условиям рознь. Сама по себе технология ноутил хорошо показывает себя там, где почвы легкие и часто пересыхающие. Вот там эта технология способствует снижению пересыхания почвы, сохранению влаги в почве, особенно вот это мощное мульчирование. На тех же землях, где близкое залегание грунтовых вод, на глинистых тяжелых почвах, на кислых почвах, где необходимо постоянное внесение доломитовой муки в качестве раскислителя под перекопку, под культивирование обязательно. Там, где весной тяжело влезть, потому что вязнет нога, понимаете, потому что переувлажненные почвы. Там, где плохо приведены мелиоративные мероприятия по осушению, по улучшению этих участков. Вот там, где имеет застой влаги, избыточное переувлажнение, там эта технология является абсолютно неприемлемой, там надо копать, обязательно, в обязательном порядке надо копать, и здесь деваться некуда. Ну, еще надо помнить, что когда вы применяете технологию ноутил, то внесение сухих минеральных удобрений, оно практически невозможно, оно практически исключается. Питание растений происходит за счет внесения органических всевозможных подкормок, а также подкормок в жидкой форме, потому что, ну, тот же фосфор в виде каких-то компостов внести достаточно сложно, а такие субстраты, как, например, костная мука, они становятся доступными очень и очень тяжело. Поэтому имейте в виду, объема уходных мероприятий при применении технологии ноутил становится гораздо-гораздо больше. Это и обработка мульчи, это и внесение биологических препаратов для защиты, повышенной защиты растений, это и применение биологических удобрений там, на основе азотфиксаторов, фосфатмобилизаторов, это и применение всевозможных таких проливов там, лимонной кислотой, уксусные проливы, для того, чтобы сделать элементы питания, которые накапливаются в почве, более доступными. Ну и надо помнить, что сама по себе мульча, она потребляет сама по себе много азота, поэтому азотные подкормки с помощью органики, в той же разболтанной какой-то, или же минеральной, в зависимости от того, что вы практикуете, должны быть обязательными. Таким образом, технология ноутил является хлопотной, является технологией, при которой внимание за свои
своими растениями, к своим растениям, к состоянию своих растений, к развитию болезней и вредителей, должно быть особенно пристальным. Особенно пристальным. Ну и надо понимать, где можно ее использовать, а где нельзя. На увлажненных, замывающихся, тяжелых, глинистых, холодных почвах применение этой технологии является неприемлемой. На таких вот почвах можно применять комбинированные технологии, когда вы теплицу вскопали, на зиму оставили, потом высадили рассаду и замульчировали. Почему бы нет? Это вполне комбинированная технология, является во многих случаях более оптимальной, чем технология полностью не копать. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До встречи!